В Кыргызстане в городе Бишкек отпраздновал свой 10-летний юбилей учебно-воспитательный комплекс под названием «Рефал». Школа «Рефал» – это социальный проект, стартовавший в 2008 году, в рамках которого для каждой семьи предоставляется возможность дать своему ребенку альтернативное образование, в которое входят особые условия обучения. Цель этого проекта – воспитать и обучить полноценного человека, гармоничную личность, добропорядочного гражданина с высокими нравственными и духовными ценностями. Подробности в следующем репортаже. Праздничное мероприятие проходило в здании Церкви Иисуса Христа, куда были приглашены учителя и ученики этой школы, и даже особые гости из Венгрии, где функционирует ряд подобных учебных заведений. Добрый вечер всем, друзья! Я, конечно, поздравляю всех. Много лет назад, когда у меня было 3 сына, они учились в обычной школе, и, ну, конечно, она мне не очень нравилась. И у меня была идея просто, чтобы была нормальная, хорошая, творческая школа. Ну, естественно, я верующий человек, я за это стал много молиться. Потом я попал в город Будапешт, познакомился там с верующими и увидел там прекрасную школу. Прекрасную школу, которой дети с удовольствием учились. Я был немножко удивлен, спрашиваю детей, нравится вам или нет. И мне многие говорили, что не да, получают удовольствие. Порой 2 часа там на дорогу кто-то тратил. И вот эта идея просто, она воплотилась в жизнь. Спасибо, что Господь все ведет. Появился Альтаф Тимербулатович, наш директор школы, который много вложил в эту школу. Действительно, это, ну, давалось с трудом, но я вижу результат, и мне это очень и очень нравится. На юбилее с музыкальными номерами выступали воспитанники детского сада, ученики школы, музыкальная группа «Аллегра», а также танцевальный ансамбль «Севиль» и «Горцы Кавказа». Особым подарком в программе праздника оказался спектакль, подготовленный специально учениками школы. В ходе мероприятия с особым поздравлением и словами благодарности выступила исполняющая обязанности директора школы «Рефал» Тузикова Ольга Алексеевна, особо отметив учителей, которые трудились с самого основания школы. Поздравить с юбилеем пришли также и выпускники школы «Рефал». Выразив слова благодарности своим учителям за полученное образование и атмосферу любви, которую они пережили в стенах школы. Татьяна Чугайнова, Наиль Харисов, Григорий Крепышев. Специально для телеслужбы «Благих новостей».